Всем привет! В данном ролике покажу вам одну очень интересную и настолько же простую идею, как из обычного железного барахла за какие-нибудь полчаса свободного времени создать просто необходимейший, на мой взгляд, девайс для каждого автомобилиста. Надеюсь, вы согласитесь со мной, досмотрев это видео до конца, но для начала немного рабочего процесса. Приятного просмотра!
Ну что ж, друзья, признаюсь перед самыми внимательными, как вы могли заметить, в процессе работ отрезки щупа незаметно были заменены на пластины совсем другого происхождения. Произошло это именно в рабочем процессе, когда я вдруг в какой-то момент убедился, что сталь на масляном щупе, конкретно данной модели, совсем не подходит для такой ответственной цели, так как она совершенно не пружинила, а оставалась в той же форме, какую ей задаешь при загибании. Немного осмотревшись по сторонам, мне на глаза попались пара выброшенных пилок от лобзика, и я тут же понял, что это именно то, что мне нужно. И, как вы можете убедиться, я не ошибся в выборе стали. На данное колесо ушло более 50 шипов, и все они были установлены, ни разу ничего не поправляя, и мне ни разу не пришлось что-то подгибать или выпрямлять. Поэтому я считаю, что самоделка на 100% рабочая, и надеюсь, что и у вас она вызовет только положительные эмоции и впечатления. Всем спасибо за просмотр, всем добра и здоровья, пока!